приехала на маникюрчик, пока... Ну, бляха, муха! Мы встретились. В шортах ходят и в футболках. Ну вот, смотри, классическая лодочка, не нравится? На набережной на всей выключают свет, представляете? Странно, да? И прикольно. Всем доброе утро! Деньги тут забыла шапку постирать. Пятно маленькое было, что-то выпучкались в дороге. Салфеткой протерла, надеюсь, пятна не будет. Мы готовы на улицу, одеты сегодня чуть полегче, точнее Дэня. Я всегда утром одеваюсь как-то тепло. Дэня чуть полегче, сейчас пойдем на улицу, посмотрим погоду. Вот моя рабочка, как вы любите. Рабочка, в которой я Дэню в садик отвожу. Ну, вы видите, тепло одета куртку. Но Дэне полегче куртку. Идет на бодряке такой. Погода, кстати, классная. Я без шапки, еще переживала, думаю, может, шапку надо было одеть. Нет, погода классная, хорошая, теплая. Можно даже было Дэньке еще куртку легче одеть. Но я пока переживаю, все-таки май. Знаете как, май, обманчивая погода, да? Вот, короче, кайф. Сегодня у меня будут новые ноготочки. Вот, смотрите, какие у меня сейчас. Дэнь, пойдем. Не надо, Кижа, не надо. Плитка отваливается немного там. Расшатали. Даня пытается ее вытащить все время, чтобы наглядно прям дырка, смотрите, делайте. Это, ноготочки. Вчера вечером уже листала, смотрела ноготочки, которые я хочу. Сделаю новый маник. Надеюсь, моя сможет. Ну, вроде бы она это много чего умеет делать на ногтях. Думаю, сможет сделать красоту необычную. Так, отвела Денечку в сад. Сейчас пришла, делаю кофе. Сейчас быстро накидаю в программу вложек и пойду искупаюсь, потому что что-то у меня так быстро жирнеет голова, несмотря на то, что блондинка, вообще засушиваются немного корни. Я думала, может, хоть на один день реже буду мыть голову, но нифига, получается чаще. Может, потому что они профилированные сейчас, знаете, не такие густые, поэтому жирнятся быстрее. Не знаю, короче, экспериментирую, уплотняю, там, утолщаю, например, муссом для волос после мытья. Ну, может, из-за этого чуть позагрязнился. Короче, экспериментирую по-разному. Губы у меня, слава богу, приходят в порядок с бальзамчиком, который у Люси я купила. Сейчас покажу. Вот этот бальзамчик. И, как видите, губы мои, я их не мазала вчера вечером и утром не мазала, и они без корки, представляете? Сейчас вспомнила вам показать, и я сейчас намажу. Пусть они будут вообще мягкими. Вот так вот. Я в распаковке показывала уже этот бальзамчик и говорила о его суперсвойствах на втором канале. Ну что, мои хорошие, привела себя в порядок, искупалась, помыла голову, накрасилась, новую сыворотку испытала. В общем, все это на втором канале, естественно, не устану вам повторять, чтобы вы переходили на мой второй канал, потому что все, что связано с шопингом, всякие тест-обзоры, все теперь там. Здесь у нас пока что влоги, и мы думаем над новой рубрикой, чтобы она была не похожа на шопинг, а что-то другое, но интересное. Впереди много экспериментов. Вот, сегодня я вот так вот решила одеться, выгулять свои джинсики новые, томики. И вот сейчас одену кроссовки и бегу на маникюр. Но маникюр у меня, кстати, не будет подходить под мой сегодняшний лук. Я хочу сделать яркий маникюр. Вот вам мой лучок в полный росток. Такая она стилизивка прямо. Не могу. А еще будет приятный сюрприз для вас, если я успею, конечно же, приехать пораньше на маникюр. Ну, трындец, девчонки, у нас на улице уже лето, не весна, блин, а лето, девочки, жара. Я не знаю, как я сейчас буду ехать в Кожанке, но я просто думаю, что я кондиционер чуть-чуть включу. Но у нас прям жара, прям дети, наверное, без курток сегодня. Ну что, как видите, на улице жара, все вчера раздетые, все теплое. А сюрприз это был Кристинка. Кристинка просто, мы ходим к одному мастеру, она записана раньше меня. Но она уже освободилась, я говорю, давай иди мне навстречу. Костюмчики, кстати, ей в пакетике. Вот, сейчас я просто без кофе не представляю, что делать, ну, полтора-два часа на ногтях. Нужно хотя бы пить.
заказала айс латте попробовать. И этот кофе можно не бояться, что он остынет. А то все время горячий кофе пьешь, он потом не остывает. А тут холодный, будет только леденеть. Так, Кристина должна на встречу нам идти уже. I saw you dancing and a little bit sad before show. Ох, ты первым делом зрителей целуешь, да? И схожу с ума. Ну, закиш ногти. Да я же пока делаю, я в принципе всегда делаю без рисунков и без всего, и карамельки сделаю. А, ну у тебя сейчас же это, ноготь пока там простает, чтобы сильно не бросался в глаза, правильно, правильно. А я такое там, на, попробую кофейку, да. У меня ногти сейчас под твой кофеек. Да, очень красивые, молочные, ну вот такие ногти, они всегда в тренде. Поэтому. И что, куда ты чопаешь? А, пакет, извини. Костюмы. Thank you very much. Держи. Oh my God, about... Два костюма, один домашний. В шортах ходят и футболках. А там вот такие полурукав три четверти. Киваешь? Кивает, говорит. Все, попила? Все, пока. А, все, на видео сняли и пока, да? Все. Ну давай, пока, счастливо. Какие? Вот такие. А, без видео? Я думала, всем. Ладно. Попозже, девочки, тут секретное жарища, дело. Жарища. Так, девочки, я приехала на маникюрчик, показала мастеру уже. Смотрите, мы подготовили кислотные материалы. Будет что-то необычное, яркое, зацените. Зайки мои, ну что, мой маникюрчик готов, смотрите. Тудам! Я решила сегодня поярчить и сделать в первый раз вот такой вот кислотный яркий маникюр, но еще и не просто кислотный, он немножко, видите, приглушенный матовым топом, молочной основой, да? Я не знаю, как это делает профессионал во всех этих технических моментах. Ну, в общем, получилось вот. Сейчас вам покажу на фоне... На фоне джинса, посмотрите, как красиво смотрится вообще, просто эти прям цвета заиграли, супер. И как я вам сказала, что мой сегодняшний лук не под вот эти яркие ногти, да, но придает даже какой-то яркости, все равно подходит, все равно. Короче, буду все видео вам снимать, распаковочки с такими красивыми ногтями. И, кстати, хотела сказать, кто еще не знает, я хожу к мастеру, и кто придет от меня, скажет, что пришел от Селены, вам будет 300 рублей скидка. И это несмотря на то, что цены здесь просто бомбические. Мастер находится в центре города Ростова-на-Дону. И рядом здесь парковка тоже очень дешевая. Короче, можно здесь погулять, попить вкусный кофе, поесть. Кофе, кстати, здесь тоже делают. Кафешек кучу. Погода классная, центр города, парковка, лакшери, еще и скидки, и цены космос. Так что ссылка под видео. Иду, и просто от своих ногтей я не могу оторвать глаз. У меня такой трендовый маникюр яркий, классный. Прям сразу чувствуется лето, кайф, настроение. Ногти могут как поднимать. Допиваю свой кофе. Сейчас зайду в магазинчик, который здесь напротив находится. И потом пойду за машиной и за Денчикой. А вот, кстати, я только вышла, вот там вот находится салончик, и здесь вот парковочка, буквально за углом, а напротив здесь у нас магазины продуктовые, кафешки мои любимые, и Starbucks, и серф-кафе, все как надо, все рядом. Ну что, мои хорошие, мы дома, на улице теплынь-теплынь вообще, супер-пупер настроение, отличное, ногти меня радуют. В следующий раз сделаю почти такое же, только чуть цвета некоторые заменю. Вот. Но пока похожу так, мне нравится, ярко, по-летнему, суперски. И на самом деле мы точно повторили маникюр, который я нашла в интернете. То есть мы точно его повторили, он тоже был матовый. И из ярко-розового переходил в желтый. Мне понравилось. И мастер повторила точь в точь. Так что супер. Вот. Сейчас мы пришли с Денечкой. Деня утром хотел включить робота-пылесоса. И утром сказал мне: мам, можно включить? Я говорю: давай придешь в садик, и потом включишь. И как только он меня увидел, я пришла за ним в садик. Он говорит: мама, пойдем включим робот-пылесос. Можно будет? Я говорю: ну да. Ты, говорю, весь день в садике ждал, когда я приду, чтобы включить робота-пылесос? Он говорит: да. Так что вот он уже его включает, сейчас будет вещи собирать и будет пылесос. Короче, у меня с ребенком, пока он любит робота-пылесосы, всегда дома будет чисто все намыленное. Сейчас я покушаю, потому что я очень голодная, вот, и буду продолжать снимать видосики для вас.
Дэню все время одеваю интуитивно. И сама тоже жилетку одела. Сейчас выйдем на улицу и уже решим, как я его одела. Но вчера было очень жарко, я думаю, в жилетке ему самое то вообще гулять. Да? Комарик укусил нас вчера. На улице отлично вообще. Чувствуется прибой, даже я вам скажу. Прям морской какой-то. Как будто раннее утро. Летом на море. Вы знаете, что было? Это со словами: «Ну, бляха, муха! Дорогой!» А потом следующая мысль: «Дорогое кофе!» Блин, девочки, я покупаю вот эту баночку, да, за 620 рублей со скидкой покупаю. И просто рассыпать вот так вот, просто вообще так обидно утром. У меня крышка была не закрыта до конца. И я сразу себя ругаю, какого хрена ты не закрыла крышку. Мало того, что с утра у меня все падает из рук, валится. Столько кофе. Но на столе чуть-чуть рассыпалось, я его обратно засыпала. А так пол этой у меня, представляете, выпало. Ну это, конечно, на выброс. Так бы пособирала бы и чашечку. Вот, вот чем плохо покупать дорогой кофе. Сразу это жалко, когда рассыпал. Всем доброе утречко, доброго дня, точнее, мои хорошие. Я уже сняла пару видосов сегодня. Загрузила видео, короче, дела поделала, покушала, кофе попила, и сегодня у меня встреча. У меня сегодня встреча с Кристиной и еще кое с кем. Это будет сюрприз для вас. Мы вообще не планировали снимать как бы эту встречу, но мне кажется, она не сможет обойти стороной эта встреча, и я обязательно ее засниму. Так что оставайтесь со мной. Интрига. Сейчас иду к мусору, смотрите, какая красота у нас тут зацвела, боже мойки. Красивые цветочки. Фух, уже оделась, ну просто вот футболка у меня и вот эта кофточка. На улице жара, мало того, что пока шла жара, а машина на солнце еще стояла, села просто в сауну. Да, Ростов, детка. Это Ростов, детка. Ну что, мои хорошие, мы встретились вот с Кристюшей сначала пока. Вот, сейчас приедет еще один человечек. Человечек один. Ну, кто-то, кто в Инстаграме уже, наверное, знает, что за человечек, с которым мы уже несколько лет пытаемся встретиться. В общем, уже подъезжает, уже где-то здесь. Я пока кофейку заказала свой любимый. Забыла, как я его в прошлом году брала. Помню, что соевое молоко. А я не помню, что там с сахаром дело обстоит. Говорю, сделайте пока по классике, только на соевом молоке. Сейчас попробую. Надеюсь, не будет сильно приторно-сладко. Короче, по вкусу вроде то, что надо. Так, ну что, мы встретились с Кристюшей и смотрите, с кем. Повалило все. Да, Кристюшка и тарарам, Дьяволина. Сам дьявол к нам пожаловал. Ты, кстати, вот назвалась Дьяволиной. Да. И... ну, типа я... нормально, если дьявол тебя называть? Да. Или нет? Или ты все-таки Angel? Не-не, я типа противоположная. Ты да, дьявол, да? Да, типа я хочу заманить всех, кто по-плохому пришел, и переедем. Переквалифицировать? Да. Подожди, да. Нет, кто пришел с хорошим... За дьявола. Ну, вот садонистка у меня есть в стае. А, типа пришла за дьявола, да, а потом... получила меня. Поняла, что может быть тоже согласна. С дьяволом. Даже на этой стороне. А, с дьяволом. Короче, мы встретились наконец-таки, все вместе. И сейчас идем, куда мы идем? Светофор, пойдемте быстрее, чтобы нас никто не сбил. И не нужна какая-то вульгарная обувь на шпильке. Леопард не обувь. Леопард, да, если кто-то знает, где можно такое купить. О, респект, смотри. Ну там вряд ли, там такая, наверное, обувь. А здесь приличная. Тебе, возможно, даже не подходит приличная. Лина. Лина, смотрите, какая модница одета, как модно у нас. Ну вот, смотри, классическая лодочка. Не нравится тебе? Вот такое ты не любишь? Каблуки не могу. Нет, не твой стиль? Вот, смотри, это модно, кстати, очень актуально. Да, вот это? Да. Блин, ну нет. Нет? Маленький каблучок? Да. Слишком прилично? Да.
девочки. Всем, посмотрите, все раздели, всем плохо. Нам плохо от жары. 31 градуса, ты сказала, да? 32. Мы просто идем. Мы сначала прогуливались в одну сторону. Ну, мы все такие, короче, спонтанные. У нас очень быстро меняются планы. И у нас поменялись планы в процессе. КБ, да. Мы сегодня планируем в КБ зайти. Ну или типа того, какой-нибудь ларек. А что-то я так... Слушай, что-то мне не по себе от жаришки этой. Короче, мы сейчас идем к машине. Едем за малым в садик. Вот, потом мамулька моя останется с Денькой. А мы пойдем дальше тусить. Посмотрим, насколько нас хватит сегодня. Оставила девчонок в машине. А сама сейчас поднимаюсь. Ну, мы там пока сидим, там трещим, то все. Я побежала домой, чтобы немножечко прибрать, блин. Вдруг в гости придется зайти. Но вообще у нас планы погулять. Ну, мне надо чуть-чуть прибрать, а то я снимала перед отъездом. Ну что, вечер, я Денечку оставила. Мы с девочками, с красавицами. Идем в кафеху здесь на набережной, девонки, на набережной. Я счастлива вообще, что я вышла из дома. Как хорошо. Не говори. С ума сойти, боже, мне ничего не надо. Смотри, как все хорошо становится. Вообще, ну, посмотрите, огоньки эти. Свежий воздух, уже не так жарко, уже не печет голову. Я уже, вот видите, оделась. Мы сейчас идем, тут Редбургер должен быть. А что, он закрытый? Закрытый! Все закрыто. Нет, он не должен быть. Вот он. Тогда в Кирс идем. А что делать? Смотрите, какая штучка на набережной для деток. Я не видела такого. И побегать. Кайф. Смотрите. Суперски вообще. Надо с малым сюда прийти. Дерево, смотрите, в этом в обмотано веревкой. Детишки выбегают, бегут дальше. Дальше горочка, еще дерево. Кайф. Рассказывай. Классно сидим. Настроение? Уютно, бомба, класс, спокойно, умиротворение. Нашли место. Вообще, на самом деле, мало где есть место. Вот куда мы хотели попасть, там не было места вообще. А это место, я так и все равно не запомнила, как оно называется. По музыке не хватает. А, бардак. Бардак, слышишь, смотри, бардак, как прикольно. Супер, для нас, да? Бардак или бардак? Бардак. Как утка. Барная утка или бардак. Утка тоже нам подходит. Класс, бомба. Барная утка нам подходит. Да, кстати, утки. Крис тоже утка, нет. Что? Она хочет быть уткой. А у нее же есть. Она есть. Кого? Она еще хочет. Крис, давай. Короче, набережная вообще. Погода бомба, люди гуляют, места все заняты. Но мы везунчики, и нам нашлось местечко. Пока сидим здесь. Нам музыки еще. Да, музыки здесь, кстати, нет. А это и хорошо, можно с ним. Да, пока мы говорить можем. Было пустое еще место, окей? А что это за место? Не понял. А, это понтон. Понтон. Нам принесли коктейли. У меня 16 градусов. Ну, крепковаты. Слушай, 16. Я люблю 6. А Дева Лине принесли, сказали, 40. Сколько? 40. Она говорит, перфект. А здесь сколько, Крит? О, вино 12. А, вино 12. Кристина бокал, не бутылка? Не, бокал. Кристина самый слабенький пьет. Давай попробую. Ну все, крошки, давайте за знакомство. Ну не знакомство, встречу. Да. Представляете, мы сейчас сидели, я снимаю прямой эфир, у меня еще здесь есть. И просто на набережной на всей выключают свет. Представляете, темнота. И у всех какая-то такая радость прикольная. Вообще такая, все как а, да, да, супер. Посмотрим, через сколько включат. Я в эфире. Со мной очень много классных девчонок. Дьяволина с Кристиной идут. Вот с конфетой познакомилась еще с девочкой. Это Дьяволинина подруга. Мы идем, ищем местечко. Да, мы ищем Можу. Я была в этом классном местечке. Сейчас скажу ближе. Короче говоря, мы идем по нашей ночной, садовая, садовая наша ночная. Мы идем, в одном баре посидели, свет включили, кстати, там быстро, вот дождались конфету, и идем сейчас по садовой еще в одно заведение, где очень вкусные коктейли. Погода просто вообще бомбичная.
настроение у всех огнищское. Все супер. Сейчас мы заходим в наш светлый, уютный переход. Алина говорит. Алина говорит, что? Она боится переходов. Ты редко по переходам ходишь? Мне кажется, все будет как в этом. Как это? К Смольнику думаете, как? Необратимость. Вот мне кажется, у меня сейчас так. Вот такие. Вот такой. Или вы вспомнили. Просто по лицу нахер. Не, ну у нас очень светлое, тут не будет как с Моникой Белуччи. Хотя все может быть, поэтому, девочки, будьте осторожны. Смотрите, девочки, мы пришли. Барное меню. Та-дам! Здесь тоже очень прикольные необычные составы. Все разные. Шоты, длонги. Здесь можно, как карты поняла, тянуть вслепую вообще. Мы пришли в какое-то место, где необычные коктейли. И вот первый коктейль Кате принесли. Как он называется? China Pack. Короче, здесь он какой-то с перчинкой, личи здесь, я не знаю. Ну, короче, много всего назвал. У меня вообще с болгарским перцем будет коктейль. Мы решили попробуем. Давай. Блин, вообще. Кайф, что, жесть? Бомба. Ну, Лина такое не любит, да? Да нет, но, ты, ой, я чувствую сейчас вот это. Он ужасно интересный. Он ужасно интересный. Ты умеешь. Сейчас мой попробуйте, болгарский. Он алкогольный? Да. Так, второй коктейль, девочки, это мой с болгарским перцем, что-то такое. А у тебя с лепестком розы вообще. Ну, у тебя прям стронг, да? Не знаю. У меня лайт. Здесь видите вот такие вот штуки? И у меня вот такой, а у Лины красненький. Я этот коктейльчик пробовала уже. Ну и как? Ну, попробуйте. Мой обычный. Мой попробуй. Гадость или нет? Я ничего не буду говорить. Болгарка. После этого больше ничего не чувствую. Так, теперь Линен Стронг. Стронг. Странно, да? Так и прикольно. Мой вообще обычный. Вкус классный, но он прям чувствуется. Да, прям. Он обычный прям, да. У него что тот коктейль, вам. Что этот. А твой вообще нет. Мой вообще как бы болгарский пиздец. Короче, самый вкусный в Кате. Все, девочки, я приехала домой. Опять я так круто отдохнула вообще. Я как знала и чувствовала, что этот день будет какой-то особенный. Вот, и... Очень-очень все так по лайту, все так по как-то домашнему. Круто, короче. Рада, что увиделась наконец-таки с Линой. Совершенно не было какого-то у меня, знаете, ощущения, что типа ты смотришь человека, там одно ощущение, встречаешь другого, вот просто ровно. Я как будто ее долго уже знаю. Вот как будто мы уже давно дружим и уже 300 тысяч раз встречались. То есть очень комфортно, очень. Просто без малейшего какого-то непонятного момента. Вообще круто. Вот, короче, мне все понравилось, все классно. Кристина поехала домой чуть пораньше, мы еще посидели там, а еще девочка присоединилась, и тоже вот я уехала домой, они еще пошли гулять. Все, я приехала, погода класс, настроение класс, и пойду ложиться спать. Впереди выходные. А у нас тоже планы с Денечкой. Ну, я подсниму выходные наши, покажу. Мы собираемся пойти в кукольный театр в первый раз. Вот. В бассейн, думаю, пойти поплавать. Сегодня, кстати, с водителем ехала. И он мне сказал, что у него тоже аллергия. Вот, в начале мая начинается. И вот этот кашель, он говорит, да, ну да. Он говорит, все нормально, щекотит вот здесь вот. Да. А еще, говорит, у меня аллергия на амброзию. А она, говорит, начинает цвести там в конце июля, что ли, да, или вот так он сказал. И говорит, ну, бывают серьезные прям такие, то есть аллергия, что прям скорую даже вызывали, когда перехватывает дыхание, страшно, конечно. Вот. Но я думаю, неужели правда у меня аллергия? Трындец.
И каждый год теперь так мучиться с этим дурацким кашлем. Ну, не знаю, все равно хорошее настроение, в общем-то. Все, я с вами прощаюсь, заканчиваю влог. Пишите ваши комментарии, ставьте лайкусики. Ссылочки, кстати, я на девочек оставлю, на Кристину, на Диаволину. Кстати, мама пришла, я не успела ее подснять даже, да? Но они уже спят. Малыш спит, а мама спит. Милка только горцует здесь. А вот. В общем, все. Спокойной ночи. Увидимся в следующем видео.